Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сжигаем чеки в июле и приумножаем свой доход. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Стремясь к финансовому успеху и изобилию, люди нередко прибегают к набирающему популярность ритуалу сжигания чеков. И этот эффективный способ, основанный на трансформирующих свойствах магии огня, позволяет вам привлечь к себе денежные потоки и привлекает дополнительную прибыль. Воспользуйтесь этим способом, приумножить свои капиталы, и вы обязательно убедитесь, что он работает. Зачем сжигать чеки? Этот ритуал относится к практикам Симарон, основанных на том, что человек достигает поставленных целей, следуя по пути духовного развития. Его основным эффектом является возврат средств, которые вы потратили ранее, но воспользовавшись этим великолепным способом, позволяющим увеличить ваши доходы, вы также увеличиваете свою успешность. Обретайте стабильное финансовое благополучие. Получайте возможность проявить себя и привлечь удачу в делах. Кроме того, проводя обряд регулярно, люди отмечают, что он также положительно сказывается на общем уровне счастья и позволяет привлечь позитивные перемены в личной жизни. Но чтобы получить этот великолепный результат, к ритуалу необходимо подготовиться. После контакта с огнем, произошедшим правильно подобранное время, вы получаете множество желаемых благ, но для этого времени держите квитанции в отдельной коробке или папке, так как их сильная энергетика пока противоположна денежной. Как подготовиться к ритуалу? Напомню, что собирать имеет смысл только те чеки, которые получили именно вы, поэтому заимствовать документы, подтверждающие расходы у близких, бесполезно. Квитанции, полученные после лечения, приобретения лекарств, храните отдельно. Сжигать их вместе с остальными нельзя. Заранее подготовьте место, где будете проводить ритуал. Лучше всего делать это на открытом пространстве, где вы можете развести костер или поставить мангал. Не используйте печи и другие приспособления, запирающие огонь, так как в этом случае ритуал не будет эффективным. Если вы по какой-либо причине не можете сжигать чеки на улице, допустимо это сделать в хорошо проветриваемом помещении, предварительно открыв все окна. Воспользуйтесь для этой цели любой жаростойкой емкостью, установив ее по всем правилам пожарной безопасности. Когда проводить? Дни, подходящие для сжигания чеков, определяются согласно солнечному и лунному календарю. Поскольку у каждых суток имеется свое предназначение, и не все из них находятся в гармонии с огненной магией, дат, идеально подходящих для проведения ритуала, не так и много. В июле их будет всего 6. Итак, понедельник, 1 июля, 25-е лунные сутки. Это время убывающей луны, поэтому день не подходит для привлечения доходов. Сегодня вы сжигаете чеки, чтобы избавиться от долгов, безденежья, досрочно закрыть ипотеку, снизить судебные расходы. Кроме того, проведение ритуала поможет вам избавиться от зависимостей, поэтому не упускайте свой шанс. Следующая суббота, 6 июля, вторые луны сутки. Луна начала расти, а значит, в этот день вы можете сжечь чеки, полученные после совершения самых разных покупок. Особенно если они оставили приятные воспоминания. Вы непременно получите назад все потраченные средства, бонусом получив возможность усилить свою интуицию и привлечь удачу. Следующий четверг, 18 июля, 13-е лунные сутки. Это лучшее время для проведения ритуала в компании друзей или родственников. Совместные действия будут наиболее эффективными, позволяя вам результаты, превышающие ожидания. Держите при себе личную вещь, которую считаете денежным талисманом. Во время обряда огненной магии она получит дополнительную силу. Обратите внимание, ваши действия будут наиболее эффективны, если вы приступите к ним до 19 часов 27 минут. Следующий четверг, 25 июля, 20-е лунные сутки. Луна вновь пошла на убыль, становясь отличным временем для избавления от невзгод. Сегодня допускается проводить ритуал в окружении домочадцев, но лучше всего делать в одиночестве. Этот день, единственный в наступающем месяце, отлично подходит для избавления от квитанций, полученных в качестве подтверждения медицинских расходов. Следующая пятница, 26 июля, 21-е лунные сутки. В этот день убывающей луны вы можете провести ритуал, который поможет улучшить отношения с окружающими, пройти важный процесс внутренних преображений, позволяющий вам понять, что именно является преградой для вашего благополучия.
Приятным дополнением станет возможность вернуть в свою жизнь то, что еще недавно казалось утеряно безвозвратно. Следующий понедельник, 28 июля, 24 луны сутки. Прекрасный день, чтобы улучшить ваши взаимоотношения с близкими, проведя совместный обряд на сжигание чеков. Магическое действие поможет вам быстрее погасить ипотеку, ускорить ремонт или процесс строительства дома. Будьте особенно осмотрительны и не упускайте информацию, которая придет к вам после проведения обряда. Среди полученных сведений вам непременно попадутся полезные и перспективные. Магический ритуал на рост Луны. Вам понадобится хотя бы 3 чека, полученные за совершение каких-либо покупок, но чем больше их будет, тем лучше. Подготовьте мангал, разожгите в нем огонь, после чего возьмите приготовленные квитанции в руки. Постарайтесь вновь почувствовать радость, которую ощутили, совершая покупки и получая желаемые вещи. Затем поблагодарите Вселенную за доставленные приятные моменты и, не торопясь, опускайте чековую бумагу в огонь. Если делаете дома, то просто поджигайте чеки. И пока они будут гореть, скажите: «Луна округляется, а ко мне мои деньги возвращаются, доходы возрастают, богатство меня отныне окружает, чеки сжигаю, достаток и изобилие привлекаю». Повторите заговор 3, после чего громко добавьте: «Чеки сгорают, денежные энергии ко мне прибывают, истина». Последнюю фразу говорим 1 раз. Все. Дождитесь, когда чеки полностью сгорят и пепел развейте по ветру. Период убывания Луны. В эту пору ваши действия должны быть направлены на избавление долгов, досрочное погашение кредитов, поэтому подготовьте свои счета и подтверждение выплат. Важно! Не сжигайте квитанции, не имея их в электронных оригиналах. Более того, во избежание ненужных сложностей лучше всего снять с нужных документов копии и их сжигать. В этом случае вы не только сохраните нетронутым оригинал подтверждения платежа, но и избавите себя от едкого запаха чековой бумаги. Далее, когда все будет готово, зачеркните сумму долга на одном из бланков, после чего подожгите его и скажите: «Чеки сжигаю, от долгов себя избавляю, удача ко мне в дом прибывает, от всех задолженностей и кредитов избавляет, быть посему». Сказать нужно 3 раза. Когда чеки сгорят, то пепел здесь нужно закопать в землю и немножко притоптать ногами. Сжигаем медицинские чеки. Этот ритуал не принесет вам возврата доходов, так как вместе с деньгами вы рискуете вернуть болезни, которые лечили. Чтобы этого избежать, только в 20-е луны сутки сложите все чеки, полученные после приобретения лекарств или посещения врача, в стопку. Перевяжите нитью со словами: «Нитью обмотаю, болезнь забираю, быть посему». Затем подожгите эту стопку. Проследите, чтобы она сгорела дотла, после чего закопайте пепел в землю, либо бросьте в воду, и никакие болезни вас более не побеспокоят.